Ребята, мы сегодня приехали чуть пораньше. Сегодня никаких дел не было. Заехали только в Fix Price и вот в Пятерку. И в начале первого были уже дома. Время до обеда еще есть. Лешик взялся там вон сарай, потому что дров надо натаскать для камина. Ой, ты, боже мой, мешает, да, Лиль? Мешает. А это мартышка. Что ты, Лиза? Лиза не хочет бегать в комбинезоне, в одежке. Что ты? Пойдем, а то замерзнешь. Пойдем. Что там? Брысь, 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 брысь. Сейчас прибежит. Брысь, 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 брысь. Гони его, гони, 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 гони. Брысь, 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 брысь. Кто там? Кто там? Бежит, 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 бежит. Понятное дело, что неудобно. Кто там? Гони его, гони. Мешает. Топ-топ-топ-топ-топ. Ну давай, давай, давай. Я понимаю, что без лапсердака этого проще, лучше. Ну а что делать? Мне тоже не очень нравится. Летом лучше. Так, там все нормально у нас. В деревне тишина, порядок, тишина, порядок. Вот что, что, мои девчулики, пойдемте, пойдемте, пойдем. Что, пойдешь смотреть? Ну иди. Сегодня можно что-то поделать. Мне надо пройтись по сараям. Ищу я одну штучку. Куда я ее дела? Не знаю. Сейчас пойду искать. Пойду искать по сараям. Где мои девочки? А? Девчулики! Вам вкусняшки сыпнуть, да? Вон, у вас еще огрызки тыквы есть. Да, сейчас я вам дам. Сейчас. Кукурузки, да? Будете? Ко-ко-ко-ко-ко, побежали, побежали сюда. Разговорчивые мои. Пойдемте, пойдемте. Педро заговорил, заговорил. И крутится, крутится между ними. Ой-ой-ой. Все, и опять прибежали. Ну, идите еще. Еще, Надя. Вот так вам. Вкусняшка. Все любят вкусняшки. Да? Да мы и сами любим вкусняшки. Да? Ой-ой-ой, Педро. Вот. Да сам-то хоть съешь. Ну, что ж ты... Ну ладно. Хватит, девчулики. Где там яйца ваши? А ну-ка, покажите, что вы там нанесли. Тут разрыли, перерыли все. О, 4. А это что?
Вот. 4 уже. Хорошо. Ку-ку-ку-ку. Ой-ой-ой. Пойдемте, пойдемте. Все, все, все. Уходим, уходим. Уходим, девочки. Прошла по всем сараям. Не нашла того, что мне надо, что я искала. Ну ладно. Ладно, обойдемся. Обойдемся. Так, Алешек что, пошел кофе пить, что ли? Лиска, наверное, ушла. Лилька тут крутится. Что, домой идти? Надо снежок покидать. Что-то ей не хочется. У меня, ребята, сегодня стресс. Я вот приехали домой, я расслабилась, вы знаете, я какая-то такая разбитая вся, несобранная. У меня был стресс в связи с выездом в город. Не, ну я так думаю, что я сейчас вот, знаете, так прокручиваю, прокручиваю все в голове, вот это вот весь маршрут, хотя был запутанный такой вот весь. Я думаю, завтра я буду уже немножко уверенней. Первый раз. Ой, господи, ну ладно. Я не уверена, что у всех прям с первого раза получается, да? Ну, это если кто пробовал водить там уже по городу, кто, у того может и получится. Да не может, а получится, да. А у новичка, то, конечно, нет. С первого раза ничего не получится. Иди, Варя. Ой. Так. Ребята, мне надо зарядить. Я фартушек не надела, потому что мне всего лишь зарядить хлебопечку. Пеку горчичный хлебушек. Хлебушек... Вот пеку два хлеба. Ну, хочу еще попробовать еще какой-нибудь. Вот из цельнозерновой муки хочу попробовать найти рецептик. Может, есть у кого-нибудь, чтобы вот чисто цельнозерновая мука. Может, есть у кого. Напишите, поделитесь. Вот. И еще хочу попробовать луковый хлеб с луком. Давно уже хочу. Но все никак не соберусь. Вот. В общем, ладно, потом. Сейчас горчичный хлеб. У меня горчичное масло. Я уже наливаю на глаз. Вот. Но надо 2 столовые ложки. Наливай на ножичек, вот этот мне посоветовали, на ножичек, чтобы не пристал хлебушек потом, чтобы хорошо вывалился. Ну, 2 ложки, 2,5. Как получится. Это не так важно. Прям. Так, сюда у нас идет 2 ложки сахара. Положим 4 чайных. 4 чайных. Так. И чайная ложка соли. Чайная ложка соли. Ну, это маленькая ложка. Можно еще кинуть. Так. Сюда у меня есть сыроватка. Сейчас я ее подогрею. И вместо водички сыроватка. Так, у меня половина сыроватки была. И половина водичкой долила. Чуть-чуть разлила. Ну ладно. Вот солоха. Солуха.
водичка, сахар, соль, масло, мука и дрожжи. Пошла за мукой. Граммов муки надо. Так, 317, еще чуть-чуть. Сейчас. Четыреста восемь получилось, даже 407. Ну и ладно, нормально. Так, и дрожжи. Дрожжи пол столовой ложки. Ну, или чайную. Ну, еще чуть-чуть вот так. Все. Масло, сахар, соль, вода, мука, дрожжи. Все. Все, отправляю в хлебопечку. И через 3 часа будет хлебушек. Вот. Вообще, я очень довольна, что у меня есть хлебопечка. Очень довольна. Без хлопот. Вот уже скоро год, как я не покупаю хлеб. Мы не покупаем хлеб в магазине. Я его пеку. И черный, и белый. И очень нравится. Как писали там, если будете печь, вы будете там обжираться этим хлебом, потому что он очень вкусный. Он очень вкусный, да. Но мы как-то... Не знаю, мы относимся к хлебу так вот, спокойно, ровно. Кусочек значит кусочек, вот, без всяких. Даже если горячий, ну да, он пахнет там, ну... Хочется, но только иногда вот, знаете, такую свежую корочку там помазать хлебушком, помазать маслицем, вот, и слопать. Лиля, нету ничего пока. А так, нет, я не скажу, что я прям как-то... То ли мы уже к нему привыкли, не знаю. В общем, как-то так. Все, пошла заряжать хлебопечку. Еще, ребята, ну я тут я поставила хлеб и поставила эту бульончик. Сейчас сварю бульончик. Мне на завтра завтра надо сварить суп. Вот. Ну, когда мы приедем же тоже в обед. Поэтому сегодня сварю бульончик, а завтра сварю уже супчик. Щи. Щи. Вот. Так что так, сегодня бульончик, хлебушек. У меня бульончик. Вот так вот распределяю все. Булочки там у Лешика еще есть. Вот. Я ем штолен, а Лешик булочки. Вот. А я штолен. Так. А, что еще? Спрашивали про отопление. Чем у нас отапливается дом? Спрашивали, только камином? Нет, конечно. Ну, куда камином? Одним камином весь дом не натопишь. Естественно. Камин у нас так. Для интерьера и для, ну, если сильные морозы там, или если душа просит, мы растопим каминчик. А так у нас котел, слышите, гудит. Вот он. Вот он здесь. Вот он во всей красе. Мы его спрятали в шкафчик. Я думала, может быть, он не будет так гудеть. Вообще мы вот, знаете как, не подумали с самого начала. А нам надо было его вынести вон туда в кладовку. И он бы тут не гудел. Вот. Ну, тут у нас стоял котел такой напольный, старый, хозяйский. Когда мы приехали сюда, купили дом, здесь стоял вот как раз вот здесь вот где-то. Стоял напольный котел. Да, Лешик? Лешик? Алло? Алло? А, вот это вот курочкам заберешь баночку, выльешь простоквашу. Она, ты ее уже пить не будешь. Вот.
И мы его тут же повесили, и наш этот котел. Только чуть-чуть его перенесли, когда дверь сделали, решили делать кухню, мебель ставить. Мы его чуть-чуть подвинули сюда. Вот. Чтобы как раз он у нас вот был с краешку. Вот так. И спрятали. Ну, гудит. Слышите? Гудит. Вот. Но его не видно. Чтобы никто не догадался, вот так вот. Так что, ну, а гудит все равно. Вот особенно, когда я снимаю, я его, когда тепло на улице, я его просто выключаю, отключаю отопление. Котел сам работает, но он включается только тогда, когда вода горячая включается, открываем мы горячую воду, тогда включается котел. А так он себе тихонечко там сидит. А когда работает отопление, он вот так вот гудит. И на видео это, конечно, слышно. Особенно, когда ускоренная съемка, вот это вот быстро, вообще гудит. Мне приходится уменьшать звук и вот музыку ставить, чтобы только не слышно было котла. Не знаю, может, вам кому-то заметно, кому-то незаметно, но мне очень заметно. Он меня раздражает, конечно, этот котел. Ну, что поделать. Надо попробовать, я уже хотела, знаете, попробовать такой вот, то ли картонку ставить, щит такой вот отделять, где тут вот камера стоит, а тут за ней поставить картонку такую, вот, чтобы отсюда, сзади было тихо. Может, не так будет слышно. Но надо найти такую картонку. Надо Лешику сказать. Вот такие вот дела с котлом. Кто-то, может, еще спрашивал, ребята, что-то. Я помню, что-то где-то я записала. Ну, опять же, на бумажке, знаете. На бумажке. Все. И теперь где-то эта бумажка там. Там она где-то на столе, но фиг ее найдешь. Хотя, если хорошо поискать, можно найти. Такие вот делишки. Вот. До обеда у нас еще... А, ну, в принципе, уже можно и обедать без 22. Вот. Ну, сегодня как-то у нас не напряжно так вот. Мы в это время вот приезжали. Ну, там были некоторые вопросы у нас, мы решали в Бетлице, в Кирове. Приезжали вот без 22. А сегодня вот, видите, я приехала, я уже и хлебушек поставила, по сараям прошлась. Ну, не нашла того, чего искала. Ну, да и ладно. Не так важно, можно обойтись без этого. Ничего страшного. Без этой вещички. Ладно. Мы опять готовим. Обед у нас готовим на стол вместе с Лешиком. Да, я колбасы купила, я не знаю, что с ней делать. Кто-то не сказала, что сырокопченая. Не сырокопченая, варено-копченая надо было купить. Да, ну ничего, ну будем есть такую, ну ничего. Будем. Я люблю жареную колбаску такую. С яичком. С яичком, или просто поджарить ее, или подогреть, вот, и на хлебушек, с хлебушком так. Это вроде такой. Ну ничего, теперь у нас колбасы много, будем есть колбасу. Можно с собой брать вот бутербродик на перекус. Вот. Наваждение. Вот. Ничего. Лешик. Мой Лешик. Чего? Ой. Что? Что? Я, ребята, никак не отойду от стресса. Вот так. Как так? Что-то у меня тут поднялось. А я так же, когда в снег ехали, я так же. Да? Да. Ходил. Ладно, окно было видно. Ну да. Окно не видно. Это вообще что-то да. Было страшно. Ты молодец. А что тебе гречку? Что я могу еще сказать? Молодец. Сок тебе гречки.
Да ладно, я сама сейчас пойду положу. Иди, положи. Пойду положу. Да. Так, что еще? Лук. Лук надо почистить. Чесночок ты достал. Лёшек тут наставил уже. Вот хрен у нас, чесночок. Это открыла, по-моему, лечо из кабачка я делала, что ли. Какой-то салат из кабачка. Ну, положи. Пускай будет сметанка. Так. У Лёшика макароны, у меня гречка. У Лёшика макароны с котлеткой, а у меня гречка с курочкой из подливки. Да? Да. Ну, вот так вот и покушаем. Так, что мы там безобразничаем? Лиле положили пеленку. Вот такой кусок пеленки. Видишь, не заехали сегодня еще в этот зоомагазин за пеленками. Ой. У нас был кусок вот такой вот пеленки. Вот. Да. Варюша, вара, вара-вара. Так, тебе сцепку доставь. Доставай, Лешек, доставай все. Все, что е. Это мы раньше с Таней работали вместе. Ну, у одного хозяина, только в двух разных палатках в Москве. О. И вот идем с ней домой. Вот, придем завтракать. Надо же, да? Так, что будем кушать? Ваше е. Все, что е. Вот так. Все, на стол понакидаем, позавтракаем. Горячее? Ну, конечно. Вот. А потом спать или не спать. Сутки через сутки работали. Вот так. Сутки отработаешь, придешь домой и думаешь, то ли спать, то ли... Опять не работаете. То ли что-нибудь поехать куда-нибудь, прогуляться где-то, то ли чем-то заняться. Ну, когда спишь, когда бывает и не спишь. Приходишь суток, не спишь, спишь только ночь и опять на сутки. Вот так. Вот такая работа в Москве. Да. Там работать не мёд. Ой. Так, все. Да, выключай. Все, ребята, будем мы обедать. И до завтра. И до завтра. Завтра с утра опять мы едем. Опять едем. Так вот будем ездить. Не знаю, до когда. До тогда. Я сегодня не спросила. Забыла. Когда да, будет давай, экзамен. Давай. Ладненько. Все, ребята. Все, пока-пока. Пока-пока. Обедать.